Сегодня в рубрике «Театр у микрофона» вы услышите радиокомпозицию спектакля Московского театра «Ленком» «В день свадьбы». Пьеса Виктора Розова. Постановка Анатолия Эфроса. Запись 1965 года. Над Волгой тихий жаркий полдень. И, кажется, мирно дремлет раскинувшийся на ее берегу город со своими заводскими трубами, со старинной пожарной каланчой в центре, с новостройками и деревянными старыми домишками по окраинам. Кажется, дремлет и рабочий поселок на другом высоком берегу Волги. Все тихо. Но это только кажущаяся тишина и покой. Там, где люди, там не может быть тишины, там не может быть покоя. Вот и сейчас, за самым обрывом, в одном из двориков заволжского поселка, даже какая-то особая суета. Настежь распахнуты окна в небольшом и старом бревенчатом домишке, все вещи вынесены во двор, моются полы, стираются занавески, протираются стекла. Нет, нет, не тихо, хлопотно в доме Ильи Григорьевича Салова. Во дворе у самодельного верстака что-то собирает Михаил Заболотный, красивый видный парень. А хозяин дом вместе с пожилой женщиной изучают какой-то список. Илья Григорьевич заглянет в список, что-то смекнет в уме, пройдется по двору, снова заглянет в бумажку и опять сосредоточенно ходит. Значит, гостей всего будет 46 человек, так. А ты, значит, округляй 50. Хорошо. Потому что мало ли так кто-то на шум зайдет. Ладно. Вот, а теперь садись, Матвеевна, и пиши, значит, чего купить. Подожди минутку, карандашик. Ага. Миша, о! Нет у тебя карандашика. Карандашка? Сейчас. Во. Во, спасибо тебе большое. Ну, давай. Значит так, Матвеевна. Так. Мясо 10 килограмм, это уже обязательно. 10. Котлеты сделать и в пироги. Ага. Или 10 не хватит? Нет. 14 уйдет? Хорошо. Хорошо, пиши тогда 14. 14. Барани возьмешь и свинины. Ладно. Ну, студень, конечно, надо. Студень. Значит, коровьих ног 8 или 10 штук. 10. 10. Пиши 10 штук. 10. Вот. Ну, селедок 3 килограмма, это уже обязательно. Да. Только таких возьми посолоней. Не ржавых, не тощих, а жирных. Жирных поищи. Ладно. Вот. Ну, постного масла, значит, 2 килограмма уйдет. Это и на винегрет, и... Да, слышка, на винегрет ты этого зеленого лука купи, на базаре уже много его. Дорогой еще, по 70 копеек. Да, это ничего, ничего. Чай, понимаешь, у нас свадьба, ну, а не какая-то такая вечеринка. Так. Ну вот, яиц сотню надо будет взять. Это, значит, и к селедке, и в пироги, да. Или... Да, это уже можно недорогих. Это можно не по рубль 34, а по 95. Хорошо. Ну и, конечно, 4 капусты возьми. Значит, пироги сделаем и с мясом, и с капустой. Хорошо бы с рыбой. На рыбу сейчас, пожалуй, ты не достанешь. А я завтра с утра в Черноузу в артель съезжу. Прям с неба да возьму и недорого. Ну вот, хорошо, хорошо. Пока и съем, Матвеевна. Да. Бери корзиночку, значит, и ступай. Хорошо. Ага, ступай, хорошо. Ступай. Да, слышка, Матвеевна, бабушки! Ты там это семянок к вечеру купи, стаканчиков 15. Ладно! Вот. Мишука! А? Слышка, знаешь чего, принеси-ка пивка, а то парит чего-то шибко. Сейчас, ага. Гляну. Да подпол, поди, там Нюрка поставила. Сейчас, сейчас. А, Минадр Николаевич. А ну давай, давай, заходи. Заходи, заходи. Нет там пива-то, Илья Григорьевич. Как это нет? А, ты знаешь что? Она, наверное, в погреб его отнесла. А ты знаешь что? Пошарь в доме. Ей-богу, пошарь. Приучайся, Мишуха, приучайся. Завтра еще у торжества готовишь? Ага. Здравствуйте, Минан Николаевич. Здравствуй, Миш. Ты что, вечерний, что ли? Да я... Тихо, тихо, Мишух. Чего ты? Ну, чего ты? Не-не-не. Ты иди, Мишух, иди. Это ты знаешь чего? Он 3 дня законных взял. Это сейчас, знаешь, как положено. А, тут смотрю, гуляет. Да-да. Слушай, Минан Николаевич, ты знаешь что? Садись, и мы с тобой пивка выпьем. У тебя что, перерыв, что ли? Обед тяну. Ага, вот хорошо. А то смотри, жарища какая. Вторую неделю все это, знаешь, шпарить и шпарить. Ага. Сухо. А что, Михаил, ты к тебе уж и переехал? Нет, что ты, я хочу по всем правилам. Это они завтра, значит, как раз пишутся, и так, значит, прямо сюда. Угу. 2 дня будем гулять, в субботу и в воскресенье. Так что давай, давай, заходи. Ага. Влетит тебе это предприятие в копеечку. А, что же сделаешь-то, свадьба. А деньги где достал? Ну, как где? Нюрка ссуду взяла, да у Михаила накоплено было. Да я как раз за страховку жизни получил. Ага. Ты знаешь, удобная штука. Ей-богу, вносил по мелочам, а мне здесь сразу раз и...
200 рублей отвалили. Смотри, пожалуйста. Одного винища поди. О, нет, это мы самогоночкой разбавим. Это мне деверь Семеновской обещал привесить. Что, не боится? Ну, а что им бояться? У него, знаешь, это холодильник этот, ЗИЛ. Ага. Так он холодом вымораживает. Ты понимаешь, по-новому не гонит, не, а он холодом выпаривает. Смотри ты, это надо спросить как-то. Вот приедет, ты спросишь, ага. Вот пиво ты, Илья Григорьевич. А, вот спасибо, Мишука, спасибо. Ты смотри, как запотело-то, а. Как бы нам с тобой это, знаешь, глотку не застудить. Да, слышь-ка, Минан Николаевич, достань-ка мне цинкового белил килограммчику 5-6. Есть у тебя на складе-то или нет? А тебе когда надо-то? Ну, это, знаешь как, к вечеру хорошо бы. Да это не мне. Это не, это знаешь что, Николай просил. Ага, он себе, знаешь, катер купил моторный. Так. Ну да, а цвет ему что-то не по вкусу, значит, он перекрасить что-то такое хочет. А хорош катерок, ой, хорош катерок. Ты не видал, между прочим? Нет. Ну как же нет, так он его, ты знаешь где, он его пассажирский поставил. Так вот, ты как поедешь в город, ты обязательно посмотри. Ага. Вот, он, наверное, на нем к вечеру-то и приедет. Ага, да это даже точно, слушай, я тебе скажу. Я... Погоди, я тебе говорю, точно даже. Вон ему Мишуха, ты видишь, вон он. Он ему насос перебирает. Белила как раз завезли. Ясли красить будем. Так. Пока лето, окрасим. Ага. Только ты мне дай бидон, я налью будто молоко, а то неловко, увидит, какая собака. Ага, хорошо. Слышь-ка, это Мишуха. Что, Илья Григорьевич? Ты знаешь чего, принеси-ка там это бидончик, а? А где он? Тихо-тихо, ну чего ты, Мишука, чего ты, ну чего ты? Он знает где, в кухне, поди там, во. Ну, иди тихонечко, иди. Сейчас. С брачком парень-то. Ну ничего, ему с Нюркой не по телевизору выступать комментаторами. А потом оно не всегда, не, иногда, знаешь, как ловко говорит? Без всякого, знаешь, это заикание. Ага. На, пей, Минан Николаевич. Спасибо. О, пей. Ну, угу. А с чего это у него? Это у него-то, это с рождения, видать. Нехорошо все-таки. А, чего это нехорошо? Ну, что же это? Ты подожди, ты на себя посмотри. Ну, ты же, можно сказать, кто? Калека, верно? А жена от тебя чего? Она не открестилась. Я же в отечестве. Ну, в общем, ты знаешь, что это не наше дело, а это дело Нюркина. Вот так вот. Это точно. Ну? Ну, а вообще-то он как? Такой тихий. О, ты смотри. Большой, видать, сверху-то идет, а? Илья Муромец должен, а? Вот бидончик-то. Ага, вот спасибо, Мишук, спасибо. Он самый. Да, Минан Николаевич. Эх, Волга-то стала, а? Ну, просто я тебе скажу, магистраль. Пароходы, самоходы, теплоходы, толкачи, туда-сюда, туда-сюда. Ну, просто... Точно. А помнишь, в 20-х-то годах прежние пароходы чудом красоты казались? А теперь, голубчик, не видно, в гуще-то вымирают. А жалко, тоже красавцы были. Ой, да ты знаешь, красавцы, им по высокой воде-то сейчас, знаешь, как тяжело бы было. Эх, жалко, эти морями Волгу попортили. Красоты-то нет, тишины, волшебства. А зато процесс. Это точно. Ну? Роща была, тоже нет, свели. А зато домища какие выставили. Домища точно. Да, чего-то уходит, чего-то взамен. На нашем заводе раньше, понимаешь, чего делали? Напильники и чугуны с кастрюлями. А сейчас чего делаем? Эскаваторы. О! Развиваемся. А мост еще, смотри, мост-то пешеходный он строит. Мост это хорошо, а то по весне да по осени тонут люди. Ну вот. Да, Минан Николаевич. Ты знаешь, катер этот самый, катер-то Николай, он решил, знаешь чего, на мое имя записать. Ну. Ага. Он говорит, я не хочу, чтобы этим катером всякий паразит мне в нос тыкал. Подумаешь, мотор. Да. Да их теперь по Волге тысячи ходит. Что, раньше стрекоз? Да что говорить-то об этом? А господи. Помнишь, в 20-х-то одна ходила, губа с полковской. А я помню. Это просто один смех был, ей-богу. Походи-ка, чья ты говоришь, она была? Я ж тебе говорю, губа с полковской. Общая. Да. Вот как жизнь-то разворачивается. Ой, как шибко. Эх, от старых берегов жалко. Заводи были, камыши. Остров песчаный был. Остров песчаный. Ты погоди. Вон скоро издадут приказ высушить всю Волгу. Скажут, не надо, и конец. Это кто это скажет? Ну, кто это скажет? Вон там вот решат и высушат. Ага, в один миг. Мол, будет тут проезжий тракт. Зальют, стало быть, это все русло этим асфальтом.
да? До самых краев зальют, а потом, значит, укатают. И пустят машины для скорости, для процессу. Да будет тебе. Опять, вот те и будете. Техника, конечно, идет. Да. А я читал, скоро изобретут машину почище телевизора. Мысли читать будет. А, вот это уж не будет. Будет. Я говорю, у тебя вот увидят. Не-не-не, издадут приказ не изобретать такие аппараты. Вот так я вот стою с тобой, в кармане у меня аппарат. Не будет этого. Да будет. А я тебе говорю, а я говорю, будет. Ну, что делать станем? Минан Николаевич, ты знаешь тогда, какая может начаться друг с дружкой неразбериха? Ведь разве человек, он что, вален над своими мыслями? Иногда ты знаешь, какая глупость может тебе в голову влезть? Я вон тут недавно, слышь-ка, сижу, знаете, в охране с оружием своем, да? А напротив меня идет Харитонов. Бухгалтер наш. Да знаю я его. Так смотри, ну хороший, ей-богу, хороший. Ничего, да хороший, ничего. Приятный такой человек, да? А я чего? А я смотрю так на него, смотрю, а потом думаю. Вот так, наведу-ка я сейчас на тебя свое оружие. И бац! И что же, лапки кверху. Ты смотри, какая глупая мысль мне в голову могла влезть. Ведь мне заодно это надо что, просто взять и арестовать? Ей-богу. Слышь-ка, эй, Мишуха. Что, Олег Григорьевич? А, Мишух, я тебя прошу, ну скажи ты ему, изобретут такой аппарат, аль нет, а? Так возможно, Олег Григорьевич. Ну да, вот слава богу, что я уж не доживу. Спасибо за пивко. Так а чего ж? Ну подожди, Минан Николаевич, а чего ж не допил-то пиво-то? Да хватит. Да слышь-ка, Минан Николаевич, ты мне, значит, белило-то к вечеру принеси. Налью. Да, слышь-ка, я тебя на свадьбу-то с Жинкой приглашаю. Спасибочки. Во-во-во, с Жинкой, Жинкой. Ага. Мишенька, здравствуй, с наступающей тебя. А, Май, здравствуй. Приходи завтра на свадьбу. Обязательно приду, я потанцую. Вась, здравствуй. О, я думал, ты в город уехала. Миш, куда ты, Миш? Да нужно мне. Ну что, меня, что ли, ищешь? Ага, тебя. Ну вот я. Вижу, разлюбил. Ну что ты. Ну, тебе со мной хорошо было? Лучше не бывало. Ну вот, скажи спасибо, на этом кончим. Чего плохо-то делать, а? Ой, гад ты ползучий, вот ты кто. Ой, был Васька, душа любезная, теперь в гады переквалифицировала. Как ты быстро. Вася. Ну, не любишь меня, ну и все. Я тебя, я же к тебе всей душой. Ой, паразит. Ну, не лайся, не лайся. А тебе что? Душа нужна, вы выродок-то. Вот. Слушай, Майк, у тебя же незаконченное высшее образование. Ну, у тебя же ремесленное. Понимал бы разницу, детдом проклятый. Ну, ладно, господи, детдом, детдом. У детдома-то душа есть, веселье, а у тебя эгоизм один. Детдома, знаешь, тихая ласка, нужно слово, а у тебя один ход, полный вперед всем корпусом. Так, что же это ты, а? Слетит твоя рожа с доски почета. Не видать тебе прибыльной работы. Миша! Миш! Что, Майк? Ходи сюда. Вот я тебе, знаю, что официально говорю, как комсоргу цеха. Что? Поставь вот об этом аморальном типе вопрос. Мало того, что он с моей лучшей подругой Мигуновой поступил, как последний подлец. Мишенька, если ты видел, как она убивалась-то и плакала, на грудь ко мне припала и вздрагивает. А если ты его по дружбе покрывать начнешь, и тебя нам пощекотать придется. Хотя, в общем, тихо и без... Васенька, я тебе добром говорю, давай пойдем погуляем по-хорошему, Вась. Ой, господи, ты все рассказала? Все. Ну вот, отдавай швартовый. Запомни, Вася, я в эту крутую горку бежала. Не за тем, чтобы тут поплакать. Я в одной книжечке-то вычитала. Женщина, полюбив, способна на величайшую подлость и величайший героизм. А ты вот этого не читал, потому что футболом интересуешься. Ну, погоди, погоди, попомни, и ты вот попомни тоже. Да. Я последнее время понимал, что она нехорошая. Но до такой степени в последнее время... Вот правильно раньше делали, что по 3 года ухаживали, выясняли.
А у нас сейчас чуть защекочет. Давай, скорее, 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 скорее. Что ж ты раньше-то ее не раскусил? Ну, доверчивый я. Доверчивый. Да, показалось мне, что-то в ней померещилось. Ну, в первый раз она что-то стоящее мяукала, видать, на прокат из книжечек брала. Ну, я махалки развесил, нежность-то люблю. Ну вот, женись теперь на ней. О, еще чего, такая, знаешь, сожрет и по косточке выплевывать будет для своего удовольствия. Она ведь тебе, знаешь, что не Мигунова, она на плече у всего завода рыдать будет. Ну и что? Повертишься, вот что. Ну. Это ведь я один знаю, что ты парень хороший, хоть пакостник. Ну, в глазах всех, Вась, ну как ты выглядишь, Вась? Ну как я выгляжу, как я выгляжу? Ей, гадюки, хорошо со мной было. Я ей настоящее чувство дарил, да. А я всегда настоящее. А настоящее ушло, и я ушел. Я не могу, я честно. Вот ты тут вот поплачь у меня, тебя все сразу пожалеют. Да, Мишка, от этого, знаешь, не только плакать, удавиться охота. Вот что, понимаешь, все норовят тебя в собственность взять. А я не хочу этих узов, вообще никаких узов. Не люблю, не признаю. А на тебя со всех сторон, понимаешь, узы набрасывают, набрасывают, набрасывают. Да ты же что, ты же с людьми живешь, а не на Луне. Ты залезай туда, кувыркайся, делай, что хочешь. Ой, Мишка, туда земли и команды подавать будут. Ну и правильно, пусти вас таких, без узды, наделайте дело. Фуй. Ну вот что, слушай, Вась, вот что я тебе скажу. Ты бросай эту свою кадриль. Дал слово, держать надо, в таких делах особенно. Миш, ну не надо только мне навязывать свой образ мысли. Я понимаю, как ты это говоришь, это все хорошо, это прекрасно, а я в этих делах не по фарватеру иду, меня сносит. Не, Миш, вот ты скажи, на какую дрянь я себя 3 месяца тратил? А ей все мало. Не любит она жизнь, она себя любит, эгоизм свой. Думает, весь мир для нее, ничего, он для всех поровну. Послушай-ка, слушай, Васька. А ты что это за посудой? Так и не ходил, что ли? Да иду, иду. Ну, о, Нерок. А, Нерок, слышь-ка, ну чего же ты вы так долго-то, а? Ой, жарко. Устала, правда. Ну, ничего, ничего. Пойди, походи, пожарище ты такой из магазина в магазин. Одних туфель 100 пар перемерили. Ох, видишь ты. Ну, да. Привереда. Да, ну, все получше хочется-то. Не узнать тихоня-то наша шумит, как ветер какой. Затаскала сиреневые бусы, искали вы не до положки, и сиреневые. Да, да хватит тебе, ну. Все районы обошли, в фабричном были, с ног валятся. Михаил, видишь ли, приказал ей сиреневые бусы надеть. Так я же это в шутку сказал, просто так сказал. Для нее твоя шутка приказом вышла. Видишь, какую жену берешь, верно? Только вот не нашли голубые, купили. Может, не возьмешь нас с голубыми-то, а? Да ладно, возьму. Смотри. А то ведь мы другого найдем получше тебя. Ну-ка. Примерь туфельки, покажи. Бога, ну ты, Татьяна, право слово, ну я уже не знаю, чего. Ой, ну туфли. Такую свадьбу отгрохаем на той стороне в городе, слышно будет. День добрый, здравствуйте. О, Петровна, платье принесла? Принесла. Ой, посмотри, Татьяна, готов выполнить. Ой, какое платье. Слушай, Нерок, я тебе знаешь, что скажу? Сошью, и просто никто, отродясь, такого платья не нашего. Ну, спасибо. Да, конечно. Кто мне в прошлом-то году путевочку в Мацесту выхлоптал? Ты? Ты, ну вот. Я знаю ведь, ты ее у этого, у Егорова-то, прямо из когтей выдрала. Потому что справедливая ты у нас. Ему там надо было эту свою жену прогуливать, правда? А мне же ноги живые ремонтировать. Ой, я еще завтра плясать буду у тебя этими ногами на свадьбе, правда? Слушай, ну пойдем в дом померим, а то вон, гляди, тут Васька с Михаилом выпилить прям невозможно. Ну пошли. Давай, смотри, давай. Да, Миш, слушай. Что? Миш, ты знаешь, кого мы в редакции встретили? Кого? Клаудию Камаеву. Она теперь сюда из Ленинграда переехала, но и в 7-й школе преподавать будет. Но я ее на свадьбу пригласила. И сегодня вечером посидеть. Вообще красивая стала, просто ужас. О, Нюр, закрутим эти 2 дня, да? Ага. Женечка, а, Женечка? Слышь-ка, ты, значит, это яишенку здесь поешь, а то в доме сейчас, ты знаешь, какой там этот кавардак-то, ага. Вот я сейчас приеду. Миш, пойдем вместе у соседей посуду выпрашивать. Миш, ты что? Что? Я говорю, посуду пойдем выпрашивать. Какую посуду? Ты что, от жары, что ли? Чего? А? Ах, посуду, ну, это, ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Ну, пойдем, так пойдем. Вот. Женечка! А? А, Женечка, идите, Оля,
А, Оля, идите-ка сюда. Вот я вам яичницу принес. А, спасибо, батя. О, нате, ешьте. Спасибо. О, ешьте, ешьте. Что это у тебя? Это газета. Это я к их свадьбе делаю. Я, значит, вечером усну, как рассветет, часа в 2-3 просыпаюсь, я опять рисую и пишу. Угу. Назвал законный брак. Вот это Нюрка, это Михаил, а это отец, в виде бога Саваофа, благословляет их. А это ангелы? Нет, это их будущие дети все. Ой, их же тут штук 10. Ну и что? Так много не бывает. Да? Да. Во-первых, бывает, а во-вторых, я для выражения идей, чтоб яснее было. Вот нарисовал бы я одного, двух, что было бы? Так серый реализм, скука. А когда их десяток, то забавно, верно? Да, верно. Скучала? Угу. Ждала. Да. Ну иди сюда. Ну иди сюда. А, Нелька. Здравствуй, Нелька. Здравствуй. Оль, познакомься, это моя племянница. Дочка Николая. Здравствуйте. А мама с папой где? В гору тянутся. Я видела, как вы целовались. Ха, да ты что, Нелька? А я всегда раньше, чем войти, в щелку подглядываю. Интересно. И не стыдно? Ну, а тебе-то не стыдно подглядывать? А если бы люди знали, что за ними подглядывают, они меньше бы делали гадостей. Ну, ну что ты, дурочка, просто у него по спине полз жук, я его сняла и все. Какой жук? Майский. Большой? Огромный. Вот. Вот такой. Поймала? Поймала. А где же он? Выпустила. Зачем? Просто так. Это за тем, чтобы он опять к нему на спину сел. Слушай, вот будем купаться, утоплю. Сам потопнешь, лучше тебя плаваю. Опа. Давай, рука. Осторожно, осторожно. Опа. А, Коль, здравствуй. Опа. Здорово, брат. Здравствуй. Здрасте. Ну, а где отец невеста? Эй, вы в дом не ходите, там полы моют. Папа, пап, Коля и Рита пришли. И я! Ой, к завтрашнему хоромы готовят. Рита, сядь пока на лавочку и отдохни. Нелечка, ты поиграй пока. А куклы принес? Ага. На, малышенька, на. Вот они тебе, большая маленькая. Рит, здравствуй. Здравствуй. Ой, хорошо, что пришла. Поздравляю. Ага, а у меня, знаешь, голова дурная, еще не пила, но как ненормальная. Да ну, ты, небось, поди забыла, как себя чувствовал в такой день. Совсем забыла. Скоро 10 лет отмечать будем. Он наш спидометр-то года показывает, щелкает. Нелечка, поздоровайся с тетей Нюрой. Нелька! Нелька! Ну, ничего. Она у нас увлекающаяся. А, Николай, смотри, а я вас к вечеру ждал. Или на худой конец, думаю, завтра утром приедете. Мы сейчас. О, смотри-ка, и Нелечка здесь. О, иди ко мне. Иди, иди. Я тебе конфетку дам. Ага, у меня тут где-то конфетка была. Давай. Ну-ка, ну. О, на. Ешь. О. Че это? Я такие не ем, только шоколадные. О, еще бросает. Ну и ладно, нормальным детям отдам, дура. Ну ты что, ребенок? Ну, и ты тоже дурак. Ну, в общем, знаешь, это ваше дело. Николай, ты садись здесь, и что будешь пить? Квас или пиво? Нет, пивка бы надо. Пивка. Женечка, да? Принеси-ка там это самое Николаю пивка. А, хорошо. Ага. Да, Нюр, отец. Да, что это? Ты понимаешь, какая ерунда вышла? Угу. В командировку я... На 3 дня еду и не могу на свадьбе быть. Как? В район, черт его дери, ехать надо. Да погоди, как же это надо? Ты же сам себе голова, хоть подсобного этого хозяйства, но ты же директор. Нет, ну понимаешь, из горкома звонили. И... Ну так ты бы объяснил в горкоме, что у тебя родная сестра замуж идет. Ну говорил, говорил, ну. Но там же все-таки государственно мыслят, отец, ну что? Ну это конечно, конечно. Ну, как же это обидно получается. И мне тоже, естественно. Рит, ты что, тоже не придешь, что ли, да? Постараюсь, если Нелли устроит кому. А я не пущу. Помолчи. А я не пущу. А я сказала, умолкни. Что, ей-богу.
Мася моя миленькая, ну иди со мной, иди ко мне, солнце мое. Ну иди, не ори. Рита, скажи, что ты никуда не пойдешь. Рита, ей-богу, ну ты же видишь ребенок? Черт вас понимает. Ну? Не пойду. Вот, видишь, не пойдет мамочка никуда. Ну, чего ты? Ну, ладно, все. Ну, дай часы поиграть. На, Машенька, да. Иди. Дитё, это чего хорошо, правда? Сладость какая, прелесть. Ой, идиот. Своих ты заведёшь и поговорим. Ну ладно, Нюк. Иди сюда. Опа. Вот мы тебе тут подарок принесли. Телевизор. В ремонт я его всего два раза относил. Трубка. Трубка зато новая, да. Ну ничего, Мишка у тебя на все руки мастер наладит. А мой алмаз, ерунда, разговор, что у него только этот экран большой, а видимость та же. Ну, ты не сердишься, что я тебе старую вещь подсунул? Да нет, он ведь очень дорогой, так конечно. Что... Конечно. Спасибо. Вот так. Ну, целуй. Вот, это хорошо, что продать-то не успел. Да, это ты молодец, молодец. А то, когда что выдающее показывает, мы все к Минандру ходим. Ага, у него такой маленький, знаешь, аппаратик. А чудо, просто чудо. Рит, спасибо. Мишка обрадуется. Ой, господи, да чего здорово быть богатым, правда? Ну, конечно, неплохо. Да, я вот тут, когда нашу Волжаночку Терешкову в космическом полете показывали... Смотрю на нее и думаю, батюшки, что же такое делается? Она в космосе летает, это же можно сказать, на том свете. А я над ней наблюдение веду. И вижу, как она глазками моргает, как она ротиком дышит, как она шевелится. И вот какая меня мысль тут пронзила. А что, если на какой другой планете, марсиане или там, ну, юпитериане, что ли, какие, вот такие же приборы имеют и на нас, земляных людей, смотрят. Вот сейчас, допустим, кто-то из них двор наш видит. Вот тебя, меня, ее, Нельку твою паршивую, всю нашу эту земную жизнь рассматривают прибор какой. Опа, не смеются-то, мать, а? Ой, отец, любишь ты его философию разводить? Да. Значит, старость. Да никто ни черта не смотрит. Потому что выше человека существа нет. Он венец природы, самый красота и ум самый. Да. Жень! А? Телевизор в сарай отнеси, а то кто бы в сутолоке не столкнул. Ладно. Женя! Жень, пойдем к нам. У нас не сутолочные, газету доделаем. Папа, пап! Я к Коле пошел. И я побегу. Отец, как бы нам в скорости еще одну свадьбу-то не сыграть, а? Ладно, я вот всех вас пристрою и к Александру Ивановичу на кладбище рядом лягу. Ждет меня, поди. Ты чего? Слушай, насчет белил узнал ли? Это тебе к вечеру от Минандр принесет. Да? На, вот отдай ему деньги сейчас. Хорошо. Да, слышь-ка, Николай, пойдем в дом и помоги мне там место разобрать. А то сейчас должны посуду принести. Ага, иди, помоги мне. Иди. Рит. Вот видишь, наконец и моя очередь настала. Слушай, что-то я тебя как не увижу, ты что-то все с книжкой. С книжкой. Умная, что ли? Больно стало, да? А я не для ума читаю. А для чего? А чтоб жизни не видеть. Это у меня вроде как наркоз, опиум. Мысли забиваю, чтоб не лезли. Да какие мысли-то? Всевозможные. А чего читаешь-то, знаешь? Дай книжку. Эх, Ритка. Забыл, наверное, ведь в школе-то... Хохотушка была веселая. Тебе что, семья заела, да? Семья.
Знаю, что ты в себе носишь-то. Знаешь, добренькая, не суйся. А ты злая. И что? Ну, ничего. Ладно, так и быть, сегодня не буду. Ну, вот так-то и лучше. Ой, посуду принесли, ну? Рит, здравствуй. Здравствуй, жених. Директорша, привет. Здравствуй, вертихвост. Ой, не ревнуй, придет время, к тебе подъедем. Скорее бы руки чешутся. Ой. Миш. Что? Нам Рит с Николаем телевизор подарили. О, везет людям. Ага. Ну, спасибо. Ну, разве мыслим мы такие подарки делать? Николай новый купил, а этот старый попорченный. А, тот на душе легче. Ничего, ничего, мы из него конфеточку сделаем. Ну, ладно, Рит, помоги. Чего стараешься? Пойдем. Мишань, ты что? Что? Да снег будто перекусил тебя кто? Жара. Да на меня тоже жара, да еще майка Мухина, и то не чахну. Че, старый, что ли, со дна поднялась? Так это мираж прошлого, привидение, вчерашний сон. Ну ладно, ладно, отстань, чего липнешь? Как у тебя? Я думал, там погасло, а у тебя под залой тлеет, да? Слушай, ну что ты распелся? Заткнись-то, я говорю. Молчу, 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 молчу. Кой черт ее принес именно в это время сюда? Я же сказал. Молчу. Вот, трубку куда-то задевал. Да вон у тебя под носом трубка-то. А? Она в Ленинграде, наверное, замуж вышла. Напильник куда-то сунул. Да вот напильник. Убрать надо. А без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне. Ну ладно, ладно, перестань играть. Так я отвлеченно. Только вот... Ну перестань же, я говорю! Слушайте, посуды мало, не хватит. Нюра, мы, знаешь, клич кликнули. Дерябина принесут, Овчинникову принесут, Петрову принесут, Сидоровы, Козловы, Ивановы и пр и тыр. Слушай, Нюрка, а что это самая Клавка моя в Ленинграде замуж вышла или так одна ходит? А? Чего-то я в попыхах-то и не спросила, а что это ты? Да нет, ну если одинокой, приударить хочу. А-а-а. Ну ладно, все. Так, Мишань, я пойду в общежитие за пожитками, да? Ага, иди. А это самое, постель нести? Не надо постель. До свадьбы, знаешь, нехорошо. Эх, формалисты. Нюрка, ты его сегодня последний день держи покрепче, а ты смотри, удерет. Ты давай иди отсюда, трепло проклятое. Миш. Что же нам с тобой еще сделать-то надо? А, костюм твой черный, отутюжить, да? Ну, я тогда поглажу вечером. Да я сделаю что-то. Ну, зачем? Мужское занятие. А ты доволен? А ты? Я? Я-то очень. Я тебя знаешь, как давно одного люблю. А что у тебя глаза какие-то растревоженные, а? Дело-то навалилось. Да ты не думай, мы с отцом сделаем, народ поможет. Хорошо бы, это весело. А ты знаешь, мне что-то все не верится и не верится. Что-то кажется, что что-то разразиться должно. Да ну. Хорошо нам будет, Миш, да? Да? До свадьбы не грешите, нечестно. Николай, я книгу дома оставила, принеси. Сходи, Риточка, сама да и принеси. Принеси, сказала. Находит так на нас иногда. Мишуха! А, Мишуха! Что, Илья Григорьевич? Слышь-ка, давай мы к завтраму с тобой еще одну лавку сделаем. Ага, у меня за домом там хорошая такая, знаешь, тесина валяется. А, пойдемте, Илья Григорьевич, пойдемте. Ага. Иди, пойдем. Клав! Клав, заходи, заходи, что ты стесняешься-то? Смотри, еще кто тут. Ритка! Клава! Здравствуй, Клава. С окончанием тебя. Спасибо. Ух ты, какая стала. Ой, переехала сейчас в Волгу. Иду по улочкам. Ноги-то родной земли касаются. Каждое дерево знакомо, каждый камень, забор. Чуть не расплакалась, 3 года не видела. Истрепала ты нервы в Ленинграде. Вам этого не понять. Когда долго родных мест не видишь, все так дорого, оживает, и на душе чисто-чисто.
Слушай, а где ты бусы сиреневые купила? В Ленинград, что ли, да? Это еще старенькие, от мамы. Слушай, дай мне на 2 дня поносить, а? Да они же стеклянные, простые. Ну что, тебе жалко, что ли? Возьми, пожалуйста. Мишка пожелал, понимаешь, говорит, купи сиреневые и надень. Но я не нашла, а голубые купила. Теперь надену, удивиться. Да не пойдут они тебе ни к лицу. Ни... Ну и пусть. Ой, отдай лучше назад. Не отдам. Ух, девчонки, вы мои родные. Ух, вы мои дорогие. Надо же, а? Опять втроем, да? Ну, здорово я переменилась. Ни капельки. Похорошел, ради. Вот я от волнения вся такая красная. А ты так здорово переменилась. Старая стала? Да ну что ты. Вся такая аккуратная, интеллигентная. В глазах-то глубина. Ученость светится. Здорово переменилась. А я так и не, да? Да ты тоже. Да ну ладно тебе уж, не сахари. Ой, правда, знаешь, измоталась я в этом завкоме. То там путевку, тут пособие, там ребенка в детский сад, тут на похороны подавай. 5-м квартиру вынь да положь, 10-м жена от мужа ушла, 35-м мужину колотит. Вот. Знаешь, помочь-то всем охота. Доброта твоя известна. Да ну, не говори, доброта-то ведь, знаешь, тоже омут. Мне уж иногда кажется, нет этой доброты-то. Вычерпали все до капельки. Звереть начинаю, лается, как дрянь какая. Самой стыдно уж. Остановиться не могу. Человек-то ведь идет к тебе с просьбой, с делом, а возможности у меня какие. Я вам всем бы им путевки в Ялту да в Сочи по 2 раза в году давала. Всем бы квартиры да пособия, да ведь нету. Одному дашь, другому отказывать приходится. Плачет который, я уж поначалу сама с ними ревела. А потом слезы кончились. Кто-нибудь с просьбой идет, а я стойку делаю, как собака. Не подходи, мол, а то укушу. Наговариваешь на себя больше. Сдерживаюсь, конечно, стараюсь не показать. Да вообще-то уходить надо. Я вот с будущей осени в текстильный техникум подамся. Потом в город на фабрику устроюсь. Что-то я вам плакаться начала, да? Ну ладно. Ты-то как? Замужем? Нет. Чего ж так? Не вышло. Да? Ну а это был кто? Был. Они все парни сволочи. Нет, Рит, не все. Все? Ты на своего заболотного-то молись. Еродивый он, нетипичный. И то поди поглубже копнешь, то уж дрянь окажется. Ты злая и завистливая. А у тебя все замечательные. Я знаю, в чем твоя беда-то. Николая своего не любишь. А ты докажи. Юрку Кожина любишь, по нему сохнешь. Вспомнила. Конечно. Настоящая любовь, она ведь никогда не проходит. А только так утихнет немножко, потом все равно сосет, а он уехал от тебя. А я сама его отводила. Отводила? Где ж ты отводила-то? Он Любочку полюбил, хоть и хромая она. А вот нарожала ему Люба 2 приема, пусть и радуется. Так это не важно, зато любит он ее. А Николай он меня тоже любит. Любит. Боится он тебя? А это мне больше нравится. Хочу, чтобы меня боялись. А на страхе-то ничего хорошего не держится. Дур ты! Сейчас весь мир на страхе держится. Слушай, ты, глупости-то не говори. Ты, наверное, такая злая-то, что тебя Юрка Кожин оттолкнул. Какой мальчик был хороший. Прыгал как здорово, 100-метровку бегал. Учился как здорово, теперь доцент. Не надо. А какой красавчик был. Чего ты развела? Никого я не любила и не люблю, не стоят они того. Ну, конечно. Тебе, небось, Юрка-то Кожин по ночам снится. Да перестань, блаженная! Ой. Риточка. Рит. Ну, Рит. Ну, прости, пожалуйста. Ну, прости, пожалуйста. Я просто не знала, что я так точно говорю.
Николая я люблю. Николая, поняла? Ты думаешь, одна ты счастливая? А может, я счастливее тебя? Я жизнь-то без прикрас вижу. А ты погоди. Еще мордой шлепнешься. Вот тогда запоешь. Позлее меня станешь. Рит! Ой. Господи, да чего нехорошо получилось-то, а? Ну, ты веришь, что я не хотела? Ну, ладно. Ты же еще моего Михаила-то не видела? Пошли. А он разве здесь? Ну, да. Конечно, он с отцом лавки делает. Прости, ты знаешь, сколько будет? Ну, не надо, делом ведь занят. Ну, и что, хоть поздороваешься? Не надо, Нюра! Миша! Миша! Что, Нюр? Смотри, кто! Клава! О. Здравствуй, Клава. Здравствуй. Ну, как живешь? Хорошо. А ты как? Я тоже хорошо. Приданое прибыло! Приданое прибыло! Приданое прибыло! Так встретились Михаил и Клава. Кстати или не кстати, приехала именно в этот день Клава Камаева. Откуда знать? Одно бесспорно, ее приезд явился большой неожиданностью. Наступил вечер, тоже тихий, ясный, лунный. Во дворе Салова горит над столом протянутая на длинном шнуре электрическая лампочка. Женя и Оля сосредоточенно работают над стенной газетой. Женя! А? А что в кино, по-настоящему целуются или так просто? Ну, не совсем, чтобы по-настоящему. Ну, не совсем, чтобы так. А вас в институте этому делу тоже учат? Какому? Ну, целоваться. Ну, знаешь, ну, если по ходу отрывка, ну, или этюда надо, то, конечно. А ты целовался? Да как тебе сказать? Так скажи, целовался или нет? Ну, мне, знаешь, однажды задание попалось. Ну, надо было, в общем. Ну? Ну, вот. Жень! А? А ты знаешь, я тоже хочу артисткой стать. Кто ты? Да. О, вы чего это здесь? В театр играете, да? А, ну, ребятка, помогите мне студень в погреб отнести. А? Иди, помоги, помоги. Сейчас. Сейчас. Оля, а вот знаешь, вот здесь на газете хорошо бы какой-нибудь лозунг написать. Например, «Любовь не картошка, не выбросишь в окошко», а? Ну, пиши лучше. «Любовь – это все». Нет, так юмора нет. А вот знаешь, как на лавочках пишут или на скамейках? Нюра плюс Миш – любовь. А ты знаешь, у меня дома тетрадка есть. Я когда книжки читаю, всякие мысли про любовь туда выписываю. Можно выбрать. Вот прекрасно. Мы все эти афоризмы вместо передовицы пустим. А тетрадь где? Дома. Ну да как вы, ребята, поможете? Да-да, сейчас, сейчас. Идите, идите. Сейчас. Эй, музыканты. Ну, давай сюда, давай сюда. Что? Только тихо, 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 давай сюда. Почему? Вот тут стоять будете. Нет, погоди. Нет, лучше вот тут. Вот тут. Вот давай. Туда, давай, туда, давай, вот сюда. Ну давай, вот сюда. Во-во, вот тут. Так, значит, как свадьба пойдет, так наяривайте. Понятно. Да? Всю дорогу, что идти будут, играть без передыха, ясно? Ага. Ну, слух и дальше. Как старик Салов Илья Григорьевич первый тост произнесет, думаю, ненадолго затянет собрание, да? Ну вот, вы тут тушь, одно колено. Одно. Не-не, не тяните, не два, не три, у всех чесаться выпить будет, да? Одно колено. Так, ну, значит, как горько крикнут, тут тушь. Все три раза можно. Ну, по ситуации как-то мы не протянули. Ну, да, да, так, для оживления момента, да? Ну вот, и после каждого тоста по разику. Ясно. Ну, все, лады, ходу, 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 ходу. Вась, а вначале нам что играть, марш?
Ну чего, ну можно марш, ну не похоронный, конечно. Ну что умеете, то играйте. Вась, а у нас в репертуаре торжественные собрания, да бальные танцы. Ну ладно, ну может танцы, вальс, танго там. Слушай, подожди, а может что, революционные есть? Мы красные кавалеристы Либрана. Тихо. Главное, оптимизму больше дайте, да? Ну вот, это сюрприз, не трепа. Тихо. Вот, ну все. Все. Ходу, лады, ходу. Ну, Вась. Ну, погоди, Вась, ну чего Вась. Тебе? Ну, выпить бы сейчас, так. Да ладно, завтра налижешься, ну. Да я говорю, воды бы кружечку, в горле пересохло. Тихо. Ну, тихо. Воды тихо. Тебе. Знаю я твои анекдоты. Давай, иди, без шуток. Ну, да пошел, ну я серьезно. Ну, все. Пошли. Ну, все. Тихо. Васька. А где молодежь-то вся? Да на берегу костер жечь собираются. Ага. А ты, интересно, почему здесь? Ну, а я воды попить зашел. А, ну, смотри. Эй, Мишань, ты чего откололся? Да Нюра велела платок взять. Зябку у воды тянет. Между прочим, Майя туда пришла, видать, тебя ищет. Ну да, меня уж, кого другого, наверное, высматривает меня. Ну... А ты чего здесь? Да так, дела мелкие. Мишка, подберись. Смотреть на тебя невозможно. Чем это? Я тебя отродясь таким не видывал. Каким? Чего ты там в базгах со стороны на сторону катаешь? Смотри, штуку не выкини, тут поворотов нет. Ты-то поворачиваешь, когда тебе надо. Ну ладно, я. Я, может, на тебя молюсь за то, что ты это не я. Понял, да? Ну все, платок взял, да? Иди. Ты чего, два взял? Зачем два? Я не знаю, какой ей надо. Не ври, Мишка. Иди. Мишуха! Мишуха, у тебя 3 рубля найдется? Ага. Я в аптеку сбегаю, мыло духовитого куплю, одеколон для туалета, перимедону и этого иношатырного спирта, пузырька 2. Ага. Спасибо. Я пошел. Вася. Что? Клаву позови сюда. Ты что? Позови. Не позову. Вася, слушай. Вась, ты единственный человек, с которым я могу говорить. Могу я с тобой обо всем говорить, Вася? Можешь, только не надо. Я хочу, Вася. А я слушать не буду. Вот они, примерные, нам в глаза-то тычут. Всего хуже. Уж какую штуку выкинете? У черта паленым копыта пахнуть начинают. Позови. Не позову. Раньше надо было думать. Ты что, разлюбил Нюрку? Ну не говори сейчас ты со мной об этом. Миша, это тебя запрет обуревает, я по себе знаю. Вот самое страшное удовлетворение своих пороков, чего нельзя. Вот нельзя тебе с Клавдией, тебя обуревает. Не то ты говоришь, совсем не то. Я сам знаю, Вась, Назад нельзя, нет ходу. Понимаю. Но во мне сейчас, Вась, другой человек говорит. Не я сам всей моей жизнью сделанный, а вот тот, другой, Вась. Может, не та война, я бы вот этот человек был. Он... Лучше меня в 100 раз. Вась, он интереснее, он глубже. Вась, понимаешь, во мне сейчас бы как будто 2 человека, а? Ну не смотри ты на меня, как на свихнувшегося. Вась, слушай, позови ее. Я ей все слова скажу. Я сегодня скажу, завтра я никому этих слов не скажу. Вась! Миш, не надо. Не надо. Не надо? Угу. Ну как же? Нельзя мне. Ага. Не надо мне. Нельзя! Ну ладно, я позову, мне что? Ага, позови. Какой предлог ты придумать? Ну сам что-нибудь придумай там. Да ладно, придумай. Поставили тесто. Вот, Миша, как твоя жизнь переворачивается. А это от того, что ты хорош человек. А хорошего человека жизнь пожмет, да и отпустит. Покурить-то у тебя есть? Есть. Ну, давай покурим. Вот, спасибо. А спичка? Хорошо, а? Хорошо. Экой ты молчун. А я говорунов люблю, зубочесов. Мой-то трепло страшное приучил, видать. Ты знаешь, Миша, не могу быть одна, только в коллективе.
Как только дома одна остаюсь, на меня страх нападает. Пугаюсь даже. Ну, к кому-нибудь иду или к себе зову. Не выдерживай одиночки. Матвеевна! Аушки! Где провалилась? Картошку чись. Ну, иду, иду. Миша, завтра, ух, раскалюсь. Иди, Миш, костер уж поджигает. Вась, чего, говоришь, быстро делать надо? Иди сюда. Вася! Че? Вась! Что? Стань там у калитки, если кто пойдет, знак подай. Ты что, Мишка? Да стань, я говорю. Да, Мишка... Да не с этой стороны, с той стороны. Да ты, Господи. Ты что, Миш? Сядь. Мишань. Мишань. Ну, под самой лампочкой ты сели. Дай выверну. Неопытность. Клава. Ну, как же все это случилось, Клава? Мило прошло, Миш. Мимо. Одна я виновата. И не жалуюсь. Не меня жизнь обидела, а я ее понимаю. Свела она нас тогда с тобой. Все знаки подала. Только не послушалась я живого голоса. Сама думала по себе. Что мне в нем показалось, не знаю. Ослепил. Обидел тебя? Нет, разве тем, что себя раскрыл. Ну, а как там все рассеялось, потухло, сразу ты передо мной встал. Ведь лучше-то тебя и человека в мире нет. Как я люблю тебя, Миша мой. Не мой, не мой. Ты меня прости за эти слова. Не кстати они, нехорошо знаю. Но я бы тебе их ни за что не сказала, если бы не свадьба твоя завтра. А то уж потом-то мне вовсе будет неприлично тебе такое сказать. Я и сюда, в наш город, не приехала, если бы мать не заболела. И за Волгу сюда потому не ехала. Но уж как Нюра в рядах встретилась, позвала. Неловко, думаю. Да и тянула. Тянула. Я тебя об одном хочу попросить, Миш. Ты меня прости, если можешь. Мишаня, 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 костер у воды жечь начинают. Подожди. Не люблю ведь я ее. Не надо. Не надо, не говори так, Миш, не надо. Жалею только. Так, знаешь, ну, простой любовью человеческой. Привыкнешь, Миш. Привыкнешь, она хорошая, милая, добрая. Тебя люблю, всегда любил. Ну, привязался к ней, конечно, особенно от тоски. Знаешь, год идет, другой, все говорят, ну чего тянешь, давай, женись, пора. Ну, я подумал, может, действительно это счастье покоем называется. А к тебе вроде как болезнь какая, горячка. Какую-то я ошибку сделал. Да нет, нет, ты не подумай. Я, конечно, я... Женюсь на ней, верным ей буду на все время. Что ты, я знаю. Назад-то поворачивать разве можно? Сегодня-то я ведь еще свободен. Не хочу чистым быть. Клава, можно я тебя поцелую на прощание? Один только раз. Один. Можно. Вот теперь я знаю, что это. Ты знаешь, сейчас каким-то себя вольным чувствую. Хорошо свободным быть. Ну все. Иди. Подожди. Еще раз. Ну все, все. Иди. Подожди. Еще. Нет, нет. Нет, милый, не надо, не надо. Да-да. Не надо. Ой-ой-ой, в
первый раз я живу. Уеду я. Уеду, клянусь тебе, уеду. И знать не будешь, где я. Хорошо, хорошо, хорошо. Ты иди, иди сейчас туда, к костру. А я немного погодя туда приду. Иди. Мишаня, Миша, разорви все. Нет, нет, не Миш. Нет, нет. Миша, разорви все. Да ты что, с ума сошел? Мишка, да разорви да все. Да нельзя же, Вань. Тихо, тихо, Майка идет. Я-то за тобой паразитом пошла. Я думал, ты Клавку подцепил, повел. Подошла к забору, прильнула уи. Ой, дух захватила. Вот что детдомовцы-то вытворяют. Где же ваша совесть-то, честность-то? Нет, я такого не видывала, не слыхивала, даже не читывала. Все, конец вам будет! Майка, Майка, иди сюда! Пусти! Миша! Давайте ко всем идите к костру, только по одному, не вместе идите. Майка, иди сюда, иди сюда. Отстань. Майка, Майка, давай поговорим спокойно. Не нужно с мной разговаривать, ты не на такую напал. Надо же подобное безобразие делать. Ну вот что, или ты меня имеешь, или все. Что? А вот то, вот только пикнешь, я тебя как отсюда и до пантуса выдержать буду на таком расстоянии. Это еще что, Вася? А вот то, иди сюда. Ну, а чего днем-то куражился? Ну, настроения не было, еще ремеслухой попрекнула. Сгоряча. Ну и шла бы к ученому-то. Ой, ученый, он тебя обнимет, прижмет и начнет про какую-нибудь кибернетику говорить. Ты смотри, чтобы рта не разевать, поняла? Ой, а что это, Мишка-то, а? Ух, подлец-то какой. Ну? Все его за порядочного считали, даже я, передовик тихий, а? Любовь тут. Видела. Да не такая. Какая? Ну, другая. Ну, пойдем ко всем. Ну, что нам там делать, ну? Пойдем к лесочку, побродим. А? Да, господи, попозже пойдем. А свадьба-то будет, а? Ну, будет а тебе свадьба. А то я не потанцую. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Вась, ну. Поцелуй. Ну, ну пойдем, еще. Пойдем. Еще. Ну, вы что это делаете-то, а? Тьфу ты, ей-богу. Я не знаю, просто судить надо за такое безобразие. Ну, у нас в Советском Союзе Илья Григорьевич за любовь не судит. Ну, ладно, нет. Ну, ладно, ладно, иди, иди, бесстыдница. Слышь-ка, Матвеевна, Сергеевна, где вы есть-то? Слышь-ка, Матвеевна, молодежь от костра сюда идет. Вы, значит, на столы клеенки, что ли, какие постелите? Да пожевать, пожевать ребятам это что-нибудь принесите-ка. А что это не горит электричество? Это что такое? Илья, получай, бери. А, Минат Николаевич, ага. Да. О, спасибо. Спасибо. Видал, моторку-то, Николай, хороша. Хороша, да? Да, тут... А. Тут 7 литров зашло. Ага. Я уж полный налил. Да-да, на вот получи-ка, пожалуйста. Да нет. Не-не-не, смотри, вот на да тебе. Не, 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 на не. Тебе 10 рублей. Да ну. Это тебе за все. Не стоит, и да. Погоди, погоди. А вот это 3 рубля, это от Николая тебе на пол-литра. О, угу. Да вот. Ну, я не знаю. Ну ладно, ладно, ну, бери, спасибочки. Бери. Вот так вот. Вот. Ну как управляешься-то, Илья? Все вроде как, значит, нормально идет. Один Женька у тебя теперь жеребчиком бегать будет. Чего же? Молодой. Точно. Угу. Да он в Москве сам окрутится, тебе только информацию подаст. Не-не-не, с парнем, знаешь, легче. Угу. А, слышь-ка, а ты чего так долго задержался? Да вот, понимаешь, присел на горе, на лавочку, у старого кладбища, да Волгой полюбовался. А-а-а. Текет, милая, с луной играет. Вот 1000 лет глядел на нее без устали. Чем больше гляжу, тем сильнее к ней тянет. Да-да-да. Помирать буду, спросят. Ну, чего, Минандра, напоследок хочешь? Отвечу. На нее взглянуть. От коротка жизнь человеческая. Ой, ты не говори, не говори. Коротка-то ладно. Ладно, смысла в ней нет, Илья. Вот зачем живешь, непонятно. Ну, ты знаешь, что это, наверное, все так считают, только вслух не говорят, потому что страшно. Точно. Ну да, а был бы смысл, тогда бы настоящая глупость и была бы. То есть как это? Ну, как это? Ну, я не знаю. Ну, допустим, вот мне скажут, живешь, мол, ты за тем, чтобы, ну, улететь, мол, на другую солнечную систему. Ты про эти другие галактики слыхал? Так у меня аж телевизор. Ну вот, а я, допустим, обратно скажу, а зачем? А потом я не хочу на другую.
и мне и тут хорошо на Волге. А что другое мне скажут, а я опять зачем, зачем? Не слышка. И вот если бы ты сходный смысл появился, вот тогда, по-моему, это настоящая бессмыслица и была бы. А так природа, она тебе тайну дает. Она вроде намекает на что-то. Говорит, живи, мол. А ты ей зачем? Так, так. А она тебе только так хитро глазом подмигивает. Ну? Я, говорит, знаю зачем. Надыть. Тайна, Минан Николаевич, тайна. Она же обещает что-то, зовет, тянет. Ну, от этого-то человеку жить-то охота. Верно, верно, Илья. А он молодым-то, все поди ясни ясного. Забот-то нет ведь. Нет забот. Молодежь, конечно, чего же ему? Он как поет, да, а? Да. Эй, Васька! А Васька, иди сюда. Че? Тут что-то электричество не горит. Лампочка, что ли, или штепсель, или что это такое испортилось? Да это просто волосок стряхнулся. О, спасибо тебе, вот спасибо. Ребята, а я вам семянок поджарил. Грызите. Да грызите, я вам еще дам. Миша! Что, Нюр? Блючки принеси, а то ведь весь двор заплюю. Мишка, не ходи. Она тебе сегодня еще не хозяйка. А вот и хозяйка. Вот Нюрочка сидела в девках, зато самого видного парня отхватила. Пьющий, главное. Жень, да. Ты там не слыхал, в Москве скоро приказ издадут, чтоб водку пить перестали. Да как пить дать, скоро издадут, указ такой. Боря, Борь, поставь пластиночку. Давай. Нюр, вызываю. Ой. Нюр, Нюра, счастье тебе прям талантов прибавило. Ой, не говори. Клава, Клава, пойдем пройдемся. Ну, я же, конечно, в Ленинград не очень заинтеллигентнилась. Ну, я уж забыла. Клавочка, не грусти, я сегодня грустных видеть не могу. Найдем у тебя жениха нашего Заволжского. Клава, вид не показывай, ну, пойди, потанцуй, потанцуй, иди, иди, иди. Никогда еще так весело не плясала Нюра. Никогда она не казалась такой красивой. Че, Николай? Все, будет, Борис, все. Чего ты, Николай? Хватит на сегодня. Поздно уже. Ну, часочек еще потанцуем. Я тебе сказал, поздно, перестань. Клавдии за Волгу ехать пора, паром скоро ходить перестанет. Так вы ее на своей моторке довезете. Нет, я всех на моторках не развожу. Николай Ильич. Что? Ты что вскочил, Мишуха? Ну ладно, ребятки, завтра на работу с утра, давай-ка все по домам. По домам прошу. Ну, что, ты что задумал, Николай? Ничего, Риточка, так просто как старший брат о свадьбе беспокоюсь. Чтобы люди не усталые были, не сонные, а то выпьют завтра по маленькой, их и развезет. Весело ли будет? Клава! Клава! Там пораньше приходи, ладно? Миша! Что? Мишуха, останься! Я с тобой за насос не расплатился. Да ни к чему это, Николай Ильич, я не возьму. Возьмешь, возьмешь, пригодится теперь в хозяйстве-то. Не, не возьму. Не. Мишань, пойдем вместе. Пойдем. Он не пойдет, Васька, и ты подожди. Мухина, задержись на 5 минут. Нюрочка! Нюра! Ну что, ну? В дом прошу, зайди на минутку. Ну что у тебя, брат, какой-то сюрприз объявить? Да, потом объясню. Что придумал? Давай, некогда. Ну ладно, Рик, пошли! Счастливочка! Мухина! Я же просил тебя не уходить. Николай Ильич, вы что делаете? Я вам по страшным секретам выдал-то. Майка, ты что? Я таких секретов, Мухина, не люблю. Брось меня ведь, Вася, он же меня бросит. Нет, не бросит, не где-нибудь живет, чтобы безобразие-то творить. Найдем управу. Ну ладно, Николай Ильич, только на меня-то страх не нагоняйте. Васенька, Вась, знаешь тебе что? Тебе кот на крыше, Васька, туда полезай. Ой, эх, Васька, смотри, не надо, не выставляйся. И так на виду. Николай Ильич, ну... Уйди отсюда. Норму лучше бы давал, чем с детки на девку-то скакать. Ну... Раньше-то бывало 150 и 160 бывало, а сейчас так, 100! 105-то это с уговорами, уйди!
Девки, наверное, из себя все силы выдавили. Девки силы придают, девки. Конечно. Ах, вот. Норм, а ты сделай так, чтобы не только я твоим нормам. Они мне что-нибудь давали. Да, ладно, найдем время и с тобой поговорим. Николаевич, ну все. Уйди, я тебе сказал. Михаил. Что? Правда мне сейчас Мухина сказала, что ты Клавку Камаеву на этой лавке тискал? Да, я не видела ничего, я просто пошутила. Ну, разродись, косноязычный. Ну вот, теперь мне все ясно. Теперь пошла вон отсюда. Вазенька... Не произноси. Ой. Николай Ильич, за что же вы меня прям так предали-то? Серьезными словами, Мухина, бросаешься, пошла вон. Ну что же, Миша, стыд-то у тебя есть, а? Слушай, ты же передовой. Вожак до некоторой степени. За тобой, может быть, простой народ идет. Пример вроде, а ты что? Молчишь, молчун? Смотри. Ах, честности в вас, молодых, мало. Скромности нашел, когда в канун свадьбы потерпеть не мог. Васькино влияние, Васькино его ухватки. Слушай, Васька, правда мне сейчас Мухина сказала, что это ты предложил Мишке свадьбу-то поломать? Так вы, Николай Ильич, в этом деле одну сторону видите. А ты моей точки зрения оценку не давай. Я тебя не спрашиваю. Ты мне ответь просто предлагал? Вам как, правду говорить или посмеяться? Ну, давай, как угодно, только скажи, предлагал? Ну, предлагал, а толк что? Да. Мосты строим, дома, эскаваторы. Волгу в магистраль превращаем, а человеком мы мало занимаемся, мало. Да для такой же образины, как ты, Васька, ему же... Персональный дворец построй. Всего ему дай волю, и жратву, и ширпотреб, а он все равно на каждом углу пакостить будет, потому что ему чего-то еще хочется, чего-то еще. Строй с вами, чтобы ноги твоей не было в доме, Васька, после свадьбы. Слышишь? А тебе я, Михаил, вот что скажу. Не марай ты кодекс-то, не марай. И мне этот дураку не телевизор надо было тебе подарить, а именно его в рамки, чтобы на самом видном месте его повесил. Словом так, фокус какой-нибудь выкинешь, всю твою жизнь переломаю. Да так, что до самой смерти... Волком выть будешь! Ну, Мишух, молчишь? Видишь, как твою честность-то переворачивают? Мишень, ты что? Ты что? Ну, брось ты! Ну, не обращай на этого паразита внимания. Ну, скажи что-нибудь. Что? Ну, поговори ты с Нюркой, ты, может, она поймет, все-таки на других баб не похожа. Нет, Вась, нет. Нельзя. Вот напялил ты на себя свою честность и тащишь ее, как черепах, свою костяшку. Ну, погоди ты. Ну, отложи хоть свадьбу, не руби под корень-то. Как я отложу? Как? Ну, как? Ну, заболей, что ли? Нет. Должен я жениться на Нюре, должен. Откладывай, не откладывай. Должен? А перед кем это ты должен? Перед всеми должен. Перед собой должен. Перед Нюрой должен. Это что же я за человек-то буду, ну если ладно, я вдруг... Ну ладно, что за человек будешь? Хуже, чем есть, не будешь. Ты вот все порядочным выглядеть хочешь? Вот что в тебе сидит. Ты же не порядочный, а подлец, да еще какой. Долг. Че такой твой долг-то? Перед чем у тебя долг-то? Вот ты мне обещался сегодня говорить откровенно. Ну, давай, говори откровенно-то, ну. Ну, что? Ну, ты любишь Клавдию? Ну, ведь знаешь, чего спрашиваешь. Ну, безумно любишь. А Нюрку любишь? Ну,
простой любовью, человеческой. Да и не в любви тут дело. Ну, простой, человеческой. Мы так, знаешь, всех должны любить. А Нюрку ты в жены берешь. Тут же от тебя особая любовь-то требуется. Ну, как ты, не любя Нюрку, в жены ее берешь? Это как у вас порядочных называется? Честность, да? Вот ты сегодня женишься, все отрублено. Ведь таким, как ты сегодня, я тебя никогда не видел. Ты осветился весь, другой стал. Глаза другие, голос другой. Ты, между прочим, не друг, а не так прохожий человек. Ну, ладно, все. Ну, давай махнем за Волгу, в город, поговоришь с Клавдией спокойно, без нервов. Она что, на улице Машки вроде живет, да? Мишань, ты что, за своей честностью ее ни во что не ставишь, как скотину какую, да? Она там ждет, плачет, любит тебя. Да не поеду я. Никуда я не поеду. Нельзя. Да и паром, наверное, не ходит. Так что нам паром? Мы на лодке махнем и все. Давай, пойдем. Миш! Миша, что это там Николай какие про тебя сплетни плетет, а? Михаил! Что, Николай Ильич? Можно тебя на минуточку? Что, правда все это, да? Нюра, я тебе все обещаю сказать. Сейчас. Подожди, сейчас я вернусь. Вась. Что? Че это получается-то? Разве чем сделала? Ведь свадьба скоро, там пироги пекут. Платье хорошее получается. Че, обнимал он ее тут, да? А? Обнимал, да? Ну скажи. Ну ты же ведь видел, знаешь, ну. Че, он не хочет за меня идти, да? А че же он тогда говорил? Обещал? Ну пойдет он, пойдет. Че ты как полоумный-то ходишь? Пойдет, да? Пойдет. Ну и все. Ну и хорошо. Да он это, поди шутя, ее обнимал. Баловал столько, так дурил. А майке показалось, дура набитая. Пошла языком звонить. Че, противно? Нюра! Что, Вась? Я к тебе как к человеку обращаюсь. Ну? Да нет, ты меня спокойно слушай, ты собери свои мозги. Ну-ну. Ну, если ты человек, Нюра, отпусти Михаила. Куда? Совсем. Сними обещание, освободи. Зачем? Настоящему у него, да? Тебя он этой заразе-то набрался. Этой переменчивости-то. Ох, и бабник же ты, слушай. Ох, и пакостник же ты. Ну, круши меня, ко мне уж не пристает. Ты о Мишке-то своем немножечко подумай, если на самом деле он тебе дорог, о жизни его. Что он видел? Настоящего-то счастья ведь каждый человек ждет, а что у него было? Вот сегодня тут на лавочке-то твой железный Мишка-то слезы лил, не удержал. Да когда еще в Перми, в детдоме, распроклятый Софь Павловна его при всех выпорола за то, что он лишнюю булку сожрал. Да не он сожрал, а Степка. Она при всех его порола, а потом на ночь в чулан заперла. Ведь не то, что слезиночки, словечко себе не позволял. Только с тех пор заикаться стал, особенно когда при нем что несправедливые творят. А лет 14 назад пермские парни, человек 6, навалились на него и били за то, что он какую-то девку от них защитил. Ведь один молчит и бьется. Уж губа рассечена, уж глаз оплыл. Из-за уха кровище хлещет. Какой-то паразит ему железяку воткнул. Ты же шрама-то за ухом, наверное, не видел у него, Нюра. А он один молчит и бьется. Хорошо, я потом подлетел, вместе рвали их на части. А на плотине мы работали на Куйбышевской. Обвал, авария, на Мишку-то все свалили тогда. Ведь один же за все отвечал. Словечко, слезиночки, ничего себе никогда не позволял. Вот он, Нюра. Что ж ты из меня жил-то вытягиваешь? Да чего ж ты хочешь-то? Адвокат-то распроклятый.
Что ж я вам, чурка, что ли, осиновая? Что ж я вам, табуретка, что ли, кухонная? Я не отдам, понял, я не отдам. Весь поселок подыму, я не позволю. Николай не позволит, господи. Да что же вы все думаете, господи? Что же вы все думаете, что я добрая, да? Так я не добрая. Так я не добрая, так я вам злее Витьки буду. Ну что ты, зенки свои паршивые вылупил, да... Убирайся ты к чертовой матери отсюда, к чертовой матери отсюда! Озверела! Ну давай, вяжите, жрите Мишку! Из вас ведь никто его не любит, все себя, все себя! Ну иди отсюда! Кулачье вы внутреннее! Ну успокойся ты, ну. Ой, не урну. Ой, Риточка. Ой, по-настоящему у него, ты понимаешь. Горит он, Васька мне проклятый сказал, огнем горит. Не отдам я его все равно, не отдам я его все равно. Господи, что же ты на свете-то творится? Ну, успокойся ты, ну. Ну, перестань, ну. Ты отложи пока свадьбу дня на два, на три. А потом все уляжется, утрясется. Еще чего? Отложи. Скорее бы ночь прошла, скорее бы мы расписались. Нюр, ну а вдруг в самом деле у него... Ну, может, таил он-то любовь. Ну, мне-то что? Ну, что ж говоришь? Ну, что же мне до этого-то? Она там в Ленинграде с каким-то парнем путалась, он ее бросил. Так она сюда приехала. На всякий случай моего Михаила подхватить. Она же гадина. Ну, сядь, успокойся. Подожди, она же тварь, а он меня любит. Ну, он меня же любит. Он 3 года за мной ходит. Ну, чего ему, скажи, ну, чего ему ее любить-то? Ну, сядь. Ну. Вот. Ну, он меня любит. Вот это я точно знаю. Ну, иди сядь. А с ней он это просто так. Ну, иди посиди со мной. Да не беспокойся ты, пойдет он за тебя. Пойдет? Пойдет. Ну, вот. Ой, и Васька тоже сказал, что пойдет. Ну, вот хорошо. Ой, какое настроение хорошее было. Взяли, все испортили. А ты меня сегодня утром Юркой Кожаным попрекала, помнишь? Ой, ты меня, ради бога, извини. Тогда так это все нехорошо получилось, прям не знаю. А ты знаешь, что он меня не разлюбил? Это я сама оттолкнула силы. В лицо плюнула. А он руки целовал и плакал. Уж только когда за Николая вышло, уехал. Ну, а что случилось-то, ну? Помнишь, мы еще когда в школе учились, день рождения твой отмечали, тебе 17 тогда исполнилось. Ага. Завтра-то как раз 10 лет станет. Угу. Вот проводил тогда до дому. И так мы хорошо у калитки стояли. Вот на том все настоящее оборвалось. Ну-ну, а чего случилось-то? Проводил, ушел, мы и не целовались еще тогда. Ага. А я не пошла домой, на душе хорошо было, внутри пелось, и пошла я понад Волгой к роще. Светать начала. Вижу на обрыве, ваш Николай сидит. Ну, я к нему пошла, знала, что влюбленный он меня был, оттого мне тоже гордо было. Он у вас тогда на последнем курсе в техникуме учился особо, мне десятиклассница отказался, взрослым, недосягаемым. Я подошла. Обрадовался он мне тогда, сильно обрадовался. Ну и пошли мы по роще. А на рождении твоем, помнишь, вино мы пили, этот портвейн, да еще какую-то настойку смородиную. Я тот день из минуты в минуту во всех подробностях помню. Тоже от дурости, да от счастья пила много. И без вина-то было море по колено от одной уверенности в жизни, а здесь от вина к расцвету развезло. Шальная стала, сама не своя. Ну, как тогда все было, я тебе не стану говорить. Может, он был меньше виноват, хотя старше был. Мог же соображать, а ничего не мог, животное. Но с утра, когда проснулась, новая жизнь началась, которая по сегодняшний день идет. Юрка Кожин понять ничего не мог, что я на него все кидаться стала и все с Николаем хожу. Потом выяснилось, я беременная. Николай ваш, как узнал, испугался, в ЗАГС меня потянул с перепугу. Он же не любил меня.
Хотелось ему меня, вот и все тут. Ну и сейчас не любит. Ты права, боится столько. Боится, что я его убить могу. Убить-то не убью, а дубастить хочется. Раз-два ему по морде съезживала, терпит. После битья еще льстивее делается. Есть у него женщина. Табельщица, кажется. А мне все равно. Пугаю, правда, когда злоба душит, а вообще все равно. На работе еще забываюсь, дышу. Да и то, как вокруг посмотришь, жизнь идет нормальная. Смех, дети, как дети, семья, муж. Не могу переносить. И на свадьбу-то твою, и не от того идти не хочу, что он уезжает куда-то. Никуда он не едет. Это все я придумываю, чтобы не ходить. Угу. А будет свадьба-то, да? Будет, да? Будет. Тогда что ты мне все это рассказываешь-то? Мне, знаешь, твоего не надо, мне своего вот так хватает. Это я мосточек тебе кладу через пропасть эту. Да какой мосточек? Какой-то мосточек. Будь осторожней, Нюр. В ложь не полети. Во лжи жить хуже, чем в вонючей яме. Да? Чего ж ты тогда от Николая не уходишь? Поздно уже. Вовремя надо было уходить. Ну, любит же ведь меня Михаил-то. Ну, любит же меня Михаил-то. Ну, что же вы мне все уши чего-то жужжите, жужжите. Риточка, давай, миленькая, собирайся, пора. Анна, не переживай же ты, плюнь. Да ведь он вещи уже сюда перевез. Ну и что? Не нервничай, говорю. Пусть он и не пикнет. А я, может быть, даже ради такого случая, понимаешь, я от командировки отпрошусь и попрошу горком. Да не ври ты, я все сказал. Жена, да? Это, милая моя, после партийного руководства вторая сила. Пошли. Я к тебе завтра приду. Не умеем, девки, рвать, когда надо. Миров! Миров! Ну, держись! Отец! Мы отчаливаем! До свидания, Илья Григорьевич! До свидания! До свидания! До свидания! А ничего, Нюрок, ничего. Угу. Я тебе к завтраму, я тебе тоже подарочек приготовил. Спасибо. Я тебе на базаре шкатулочку купил. Очень ловко сделанная. Вот. А с Михаилом я тоже там поговорил. Он тебя не обидит. Не-не. О, Мишуха. А, Мишух? Что, Илья Григорьевич? Слышь-ка, ты, значит, завтра приходи пораньше, и мы с тобой, значит, лавки доделаем. Ладно. Ох, ночь-то какая, а? Красавица. Чистая. Ну, ладно. Пойду на дежурство сбираться. Пора мне. Нюра. Мишенька. Мишенька. Мишенька, уедем мы. Уедем мы и забудешь ты ее проклятую. Ты ведь меня любишь, правда? Тебя. Тебя, Нюр. Тебя, тебя. Ну, вот видишь... Видишь, правда, все устроится, все устроится. Ты знаешь, я когда бегаю по завкомским делам, мерю кого-нибудь, вижу, что все устраивается, правда. Дети у нас с тобой будут. Ведь ты же детей любишь, а я уже, знаешь, так мечтаю. Первого в честь тебя Мишуткой назовем. Вторую Леночкой. Нюр, Нюр. Ой, Мишенька, что ж так все на свете переменчиво? Нюр. Нюр, ну поженимся мы. Поженимся, завтра же поженимся. Я же не отрекаюсь, Нюр. Точно, да? Точно. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Да ну, Нюр. Ну, ладно. Ты знаешь что, ты ходи домой. Пойдем у нас, переночуешь. Не надо. Не надо, Нюр. Не хочешь, да? Нюр, ну, да я в общежитии. Да нет, ты
Просто ее любишь. Нюр. Я не буду сейчас. Подожди минуточку. Я не буду. Все забудется, правда же? Все забудется, правда же? Да, я тебя поцелую. Ну, иди. Ну, иди. Ну, иди. Вот, Мирок. Слышка, значит, как это Матвеевна с Сергеевной уйдут, ты, значит, это запри калитку. Да, там Женька, он еще не пришел. Ну, Женька дождется теперь этого Женьку. Он возьмет, он через забор перелезет. Мирок, слышка, иди спать. Ну, не знаю, ну ты постарайся. А то же у тебя завтра лицо-то мятое будет. Ну? Ну, до свидания, Мирок. До свидания. Пироги с капустой особливо хорошо удались. До свидания. Да и так все складно получается. Да. Ой, что он там так раскричался. Да лодку предупреждает, безобразничает. Поперек едут под самый нос. Так и едут, так и едут. Все спешат. Спешат. Все спешат. Ой. Не кричи. Не кричи. Кричишь ты, ты не кричи. В жизни каждого человека бывают такие напряженные, такие отчаянные минуты, от которых зависит потом вся дальнейшая жизнь. Именно в эти минуты приходится принимать решение. Хочется к кому-то побежать, с кем-то посоветоваться, кого-то спросить, но нет. Нельзя жить по чужим решениям, по чужим советам. Именно в эти ответственные минуты ты должен сам принимать решения, от которых будет зависеть твоя жизнь. Снова над Волгой палит жаркое, нещадное июньское солнце. Во дворе Саловых накрыты праздничные столы, увиты гирляндами наличники окон, цветы развешаны даже по забору. А вот и висит газета, выдуманная Женей и Олей. Хлопочет у стола Таня. Во дворе появляется Майя Мухина. Здрасте. Ох, красотища-то какая. Они-то где? Уже в ЗАГС пошли. Ой, поплелся, значит, голубчик. А ты как думала? А, испугался, конечно. Слыхала, Мишка с Васькой ночью по ту сторону Волги в лодке катали. Будь брехать. Люди видели, вернулся на рассвете. Ты лучше помогай, помогай. Сейчас. О, закрутил-то. Клавка не показывалась, нет? Mm-mm. Ну, правильно, хватит, наверное, стыда не появляться. Еще погоди, Мишка по дороге какое-нибудь колено отмочит. Не дойдя до ЗАГСа, сбежит. Они ж детдомовские, они без узды. Будет каркать ворона. Увидишь. А что, барахлишко свое из общежития притащил? Еще вчера все принес. Да? Кроме постели. Ой, вон как самое главное там, значит, оставил. Ой, подумаешь, тюфяк да подушка. Ай, хитер. А я на Ваську жалобу сочиняю. Аморальный тип, пусть судит. Разлюбила. А чего любить-то, раз ушел? Хорош, конечно, гад только. Слушай, замуж тебе пора всерьез. Да. Отец у тебя человек уважаемый, голова, завод на ноги подняла, ты. Трудно, небось, ему с матерью с твоим таким поведением. Ну, а разве они молодежь понимают? Они, понимаешь, все принципы свои в нос тычут. Никак понять не могут. Их век кончился, новый идет легкий. Плюся, не плюся. К тому, к свободе идет. Старики-то повымрут, наши порядки будут. Еще от молодежи их поддержит, разовьет. Ну-ка, что это тут? Ой, стенгазету придумали.
Любви все возрасты покорны, Пушкин. Не возражаем, пусть всем достанется. Любить значит жить жизнью того, кого любишь, Толстой. Ой, знаешь что, старик, однобоко, узко, о себе тоже подумать не мешает. Не весело на свете жить, коль сердцу некого любить. Шевченко. О, вот это в точку попал в яблочко. В душе помег бы день, и тьма настала бы вновь, когда бы из нее изгнали бы любовь. О, лишь тот блаженство знал, кто страстью сердца не жил. Тот, кто не знал любви, тот все равно, что не жил. О, другое дело, вот! Кто это сказал-то? Ну-ка. Мольер, приветик. У любви, как у пташки крылья, законов всех она сильней. Кармен. О, сразу видно, своя баба. Девочки, что? Помощь. Помощь требуется. Идем. Пойдем, Майк, пойдем, быстро. Женька, Ольга. Женька. Женька, Ольга. Да бегите до ЗАГСу. Чего это там застряли-то? Да когда обратно пойдут, знак, знак подайте. Усядь. Сядь. Илья Григорьевич, я говорю, сядь, не суетись. Уж ушли, уж распишутся. Ну чего, нервный такой? Так, не знаю, что-то скоблит по сердцу. Чего скоблит-то? Да, как-то радости нет, веселья нет. Ну, правильно, тревога звонит. Принесу справку с печатью, отойдет. Да нет, ты понимаешь, Минандр, у меня у самого как-то уверенности нет. Я не знаю, честное ли дело тут идет, или все это наоборот. То есть как это? Ну, я не знаю, ты что, бестолковый, что ли, или души у тебя нет? Была вроде. Ну вот, была. А, понял. Тут, Илья, двух суждений быть не может. Тут все ясно. Ты своей жене не изменял. Да ну я не пример. Я свою Александру Ивановну одну любил. Отъедешь? Да погоди ты. Я говорю, я свою Александру Ивановну одну любил всегда. А только думал, а что, если так мне при живой жене другая полюбится, что я тогда делать стану? Ох, ты знаешь, как я боялся этого случая. Да слава тебе, Господи, не выпало мне. А человек горячий был, за себя ручаться не мог. А вокруг примеров множество. Я видел, сколько людей мучается вот этим самым делом. Я о тех не говорю, у кого в таких случаях ветер. Ну, а вот для тех, у кого такое дело горем оборачивалось, бедой. Какую тут природа подсказку шепчет? Ну, какой она тебе тут диктат дает? Ты ведь и не знаешь. С одной стороны, вроде порядок. Условие такое, так сказать, договор, да? Его соблюдать необходимо. Ну, да. А ведь с другой-то стороны... Вот, Илья, я человек обыкновенный, маленький. Ну? Я не скрою. Я против своей законной грешил. Да ведь, по-моему, все грешат. Только одни попадают, с другие нет. Ой, и вся да разница. Не все, Минандр, не все. Но такой-то, как ты, редкость. Вот я и думаю, верно ли Мишка делает, что он идет-то? Ты чего? Чего мелешь-то? Это я так, отвлеченно говорю вообще. Нет уж, когда дело до жизни доходит, тут философию надо бросать. А на что игра ума, ой, и только философия. Конечно, конечно, конечно. И свадьба расстроится, что поднимется, да, ты чуешь? Ну, это даже вообразить нельзя всего шуму-то этого разного. То-то. Закон-то промеж людей не зря устанавливается. Ой, Минандр, закон нужен людям тогда, когда не знают, где правда. Вот тогда они заключают между собой такое соглашение временное, до выяснения сути. Вон есть закон, чужого не брать. Ну, вор, ежели ты взял. А где-то в высших порядках, так сказать, там чужого-то нет. Там общее все. Вот как та губисполкомская моторка, о которой ты мне вчера напомнил-то. Конечно, конечно, я очень рад, что моя Нюрка наконец мужа нашла. И Михаил, он распишется. Он себе волю не даст. Он с малых лет привык себя в руках держать. Он дисциплину знает. Только вот какая у них жизнь-то будет? Что впереди-то им маячит? Вот тут-то вопрос. Да вперед, Илья, ни один человек не знает. Ох. Предполагает только. Привык друг к другу, обтерпится, ну и пойдет. Да брось ты, Илья. Погодь. Илья Григорьевичу. А что такое? Вам чего здесь, товарищ? А Василий Заболотный пригласил играть, Илья Григорьевич. О, как, с музыкой, значит. Так это, не чересчур ли уже? Не-не, в самый раз, Илья Григорьевич, свадьба, вы знакомьтесь.
Это Гриш Каман, наш общественный тренер. Здравствуйте, Григорьевич. Здравствуйте. Вовк Кузин, 3 месяца кончает. Добрый вечер. Лапочкин Трофим Константинович, старший. Поздравляю вас, Илья Григорьевич. Спасибо вам, спасибо. Поздравляю, Илья Григорьевич. Илья Григорьевич, наш вам. Гитарист, Репкин Трофим Константинович. Это Гриша, вы знаете, тоже его знаете. А это товарищ Харитонов, вы его знаете. Бухгалтер наш зарплату нам насчитывает. Спасибо, что вы пришли, товарищ Харитонов, спасибо. Проходите, проходите. Вы знаете, вы рано пришли, потому что их еще нету. А мы позицию заняли, Илья Григорьевич, нам вон там указано. Проходите. А, позицию, ага. Здравствуйте, Илья Григорьевич, здравствуйте, поздравляю вас. О, ребята, здравствуйте. Спасибо, ребята, спасибо за подарок. Спасибо. Проходите. Поздравляем. Спасибо. Вы куда положите? А вот сюда. Спасибо. Проходите, не стесняйтесь. Ага, проходите. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Проходите, проходите. Проходите. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. О, здравствуйте, какая выросла-то, а? Поздравляю тебя. Спасибо вам. Григорьевич, дорогой мой, здравствуй, прими, пожалуйста, подарок. Спасибо вам, спасибо, спасибо, что пришли. Проходите. Ничего, ничего. Ничего, проходите, не стесняйтесь. Ага, а я сейчас, проходите, не стесняйтесь. Я сейчас, проходите. Чин-чином все разукрасили, а? Люблю свадьбы, счастьем пахнет. Пошел Мишка-то железный. Да, другой бы хвостом вильнул и не поглядел. Это точно. А куда ему деться-то? У всех на виду. Откажись, он кончилась бы его карьера. Да ну мог бы не идти. Молчи уж. Просто совестливо. Тут уж податься некуда, хошь не хошь. Да ничего, пусть. Он ее любит, она ведь золото наше, Нюрочка. Это точно, Нюрка хороша. Слюбятся. Газету какую выдумали. Смех, а? Стол богатый. Да. Начисто поди выложили. Не, пара хорошая. Что он, что она. Ты серьезная оба, счастливая. Да, первомай. Мой графинчик. С края поставили, не кокнули. Моего тебе, значит, не жаль, да? Ой, ребята. Ну тут, ребят, выпить надо, и сразу все в норму придет. Цветов-то цветов, на такую свадьбу и меньше можно было. А Клавка-то гадюка, носу не кашет. Еще бы. Неужели он к ней в город ездил ночью? Ой, ну и что было? Васька, говорит, походили около ее дома, она и не вышла. Слетелись вороны смотреть, как на утопленника. Верно, что это народ на все несчастья спешит смотреть. Вольности много берет. Не говори, моя штаны надеть хотела, как мужик на свадьбу. А в Москве, говорят, женщины по главным улицам в штанах ходят. Говорят, милиции хотят приказ дать тех баб, которые в штанах ходят, стрелять без предупреждения. Будет вам молодец. Действительно, молодежь-то новой эпохи узкие брюки выторговала, носит и правильно делает. Да, потому что да? Время такое со слабинкой. Да, раньше тебе то. Да, 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 тебе раньше захотелось. Вот это очень. Да, ты уйди, что своим раньше подальше. Хлебал я его 8 лет зазря. Едут. Расписали. Нет, вы в дом войдите сперва, а потом уже к столу. Все-таки очень хорошо, что у них так все получилось-то. Чего же хорошего-то? Ну как, порядок. Ой, а платье как идет к ней? Да такое любого пойдет. А лицо-то не кровинки. Ну, страху натерпела. Ну что это, свадьба, на праздник не похожа. Ла, порассуждай. Ну тут, ребят, выпить надо, и все. И только это и знаешь, парень. Ну ничего, пойдут дела, дети, забудет. Что забудет? Все забудет. А, вот тут эх, жизнь. Ну веселись, народ, свадьба весело. Ну вот, мечта моя, Александра Ивановна, о твоем счастье, Нюрок. Много надумала вот об этом дне, но рано ушла, не дождалась.
Живите дружно, уступайте друг дружке, это необходимо. Чужую волю не гнетите. Без воли человеку дышать трудно. Жизнь не в жизнь. Уступайте. Ну, счастья вам, дети, счастья. Не могу я. Нет, не хочу я. Нюр. Да не хочу я. Нюр, что ты не хочешь? Нюр, Нюра! Ну, догони! Хорошо, погоди. Миш, Миш, иди сюда, Миша. Да не хочу я. Мишенька. Мишенька, не хочу я. Ну, не хочу я твоей свободы брать. Ну, что мы с тобой делаем? Да что ты говоришь, что ты одумайся? Нюр. Сейчас, погоди. Знаешь, я вчера все поняла. Когда одна во дворе сидела, мне все ясно стало. А потом подумала, что утро вечера мудренее, оно выгоднее, а не мудреней. В тишине-то мысли идут тихие и верные, а утром подумала, нет, мой он. Только загадала, какие глаза у тебя будут, когда расписываться будем. И увидела, как ты свой смертный-то приговор подписывал. Они у тебя стали спокойные, ровные. Нюр, ой. Нюр. Люблю ж я Нюр. Тебя, Мишенька, тебя, а не себя. Нюр, ну ты что ты говоришь-то? Опомнись, что город говорить будет? Да город переживет, если я переживу. Ну, иди. Ну, иди, ну, отпускай! Тошенька, Тошенька! Вы слушали радиокомпозицию спектакля Московского театра «Ленком» «В день свадьбы». Пьеса Виктора Розова, постановка Анатолия Эфроса. Запись 1965 года.